На конкурс дети читают стихи. Павел Шубин, полмига. Читает Неуступов Сережа, ученик 2 Б класса 111 школы Калининского района Санкт-Петербурга. Павел Шубин, полмига. Нет, не до седин, не до славы. Я век свой хотел бы продлить. Нет, только до той вон канавы. Полмига, полшага прожить. Прижаться к земле и в лазуре июльского ясного дня. Увидеть оскал амбразуры и острые вспышки огня. Мне только вот эту гранату злорадно поставить на взвод. Садить бы, врезать как надо в четырежный проклятый взод. Чтоб стало в нем пусто и тихо, чтоб пыль ее села в траву. Прожить бы мне эти полмига, а там мне 100 лет.